Фред, что делать, если у меня низкий рост, 170 сантиметров? Очень комплексую, особенно перед девушками. Обрати себе это в силу. То есть назови себя Наполеон, потому что он был низкого роста, и как бы используй, чтобы тебе дали ник какой-нибудь, типа Напа. И все типа ждали, когда Напа придет. Такой угарный, классный чел, Напа. Все сейчас придет и будет всех смешить, там все, все будут радоваться. Смешить не в плане унижения, а именно, что типа такой весь как бы классный, дерзкий и так далее. Поэтому вот так вот. Так, поехали...